Сеть клиник «Жемчужина Стамед» ведет собственную историю с 1992 года. Активная деятельность началась с оказания стоматологических услуг. В 2006 году в городе Кустанай была открыта поликлиника со своей диагностической базой и стационаром. С января 2016 года медицинский центр «Жемчужина Стамед» оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для прикрепленного населения. На сегодняшний день функционирует уже целая сеть клиник. География расширилась. Имеются филиалы в городах Кустанай, Рудный и Астана. Оказываются медицинские услуги по диагностике и лечению заболеваний поликлинического, акушерско-гинекологического, стоматологического и хирургического профиля. Неизменным остается одно – стремление медицинского центра сочетать в себе высококлассный сервис и инновационные медицинские технологии. «Жемчужина Стамед», как и раньше, идет в ногу со временем. Ежедневно группа менеджеров по сервису и качеству отслеживают все процессы по маршруту пациента и предоставляют предложения по улучшению качества услуг. Во избежание появления очередей в медицинском центре ведется предварительная запись. При этом пациент вправе сам выбрать наиболее удобный для себя способ. Он может воспользоваться звонком в единый справочный многоканальный колл-центр, записаться онлайн посредством электронной записи или заказать обратный звонок на корпоративном сайте клиники. При необходимости врач общей практики или участковый врач может записать своего пациента к специалистам узкого профиля при помощи электронной кабинетной регистратуры прямо во время приема. Такая кабинетная запись сокращает путь пациента. Ему при посещении узкого специалиста не нужно уже обращаться в регистратуру. Кабинеты узких специалистов оснащены мобильными телефонами с приложениями WhatsApp и Viber. Медицинская сестра за день до приема связывается с пациентом и напоминает о заявке. В случае отказа от явки данное время предоставляется другому пациенту, записанному на более поздний срок. В случае экстренного оказания медицинской помощи, каждый пациент, имеющий для этого показания, будет принят дежурным врачом. Также имеется услуга «Вызов врача на дом». Прием обратившихся без предварительной записи также осуществляется дежурным врачом и фельдшером до врачебного кабинета. Для удобства пациентов медицинский центр работает без выходных. Для комфорта пациентов на территории медицинского центра организованы специализированные парковки и 4 отдельных входа в клинику. Для распределения потоков пациентов в клинике существуют отдельные регистратуры для взрослых и детей и людей пожилого возраста. Введение беременных и больных гинекологического профиля проводится в специализированном подразделении «Клиника женского здоровья». Все регистратуры автоматизированы и оснащены терминалами электронной очереди. На первом этаже поликлиники работают администраторы холла, которые выдают справочную информацию посетителям, оказывают помощь в передвижении людей с ограниченными физическими возможностями, распределяют потоки пациентов. Для того, чтобы у пациента была возможность в течение короткого времени получить необходимые медицинские услуги, в клинике предусмотрено наличие отдельных доврачебных и скрининговых кабинетов. Немаловажным фактором в оказании диагностических услуг в кратчайшие сроки являются раздельные смотровые кабинеты для мужчин и женщин, а также дополнительные кабинеты для забора крови. Такие специализированные кабинеты, как процедурный и рентген-кабинет, автоматизированы и оснащены электронной очередью. Для комфортного ведения приема узкими специалистами кабинеты оснащены дополнительным табло, которое оповещает ожидающего о занятости кабинета. В медицинском центре существует специализированный кабинет выдачи справок по установленным образцам и отдельный кабинет для выдачи бесплатных рецептурных бланков. Для повышения профилактики заболеваемости населения ведутся мероприятия по программе ЗОЖ, работают школы здоровья. Здоровые дети принимаются в отдельно установленные дни. В медицинском центре работают высококвалифицированные специалисты, а применяемые ими методы диагностики и лечения отвечают высоким стандартам. В «Жемчужина Стамед» работают более 20 специалистов узкого профиля, в том числе такие как мамолог, гематолог, онколог, кардиолог, аллерголог, логопед и сурдолог, травматолог-ортопед, хирург, проктолог и другие.
Организована система делегирования полномочий от узких специалистов к врачам общей практики, а от врачей к медицинским сестрам. Врачи ВОП могут проводить мероприятия по диагностике и лечению распространенных заболеваний по профилям: кардиология, ревматология, пульмонология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, нефрология, оториноларингология, офтальмология и дерматовенерология. Медицинские сестры могут оказывать самостоятельный прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте, обслуживать вызовы на дому, в том числе вызовы неотложной медицинской помощи, которые передают со станции скорой помощи, в часы работы организаций первичной медико-санитарной помощи при отсутствии показаний для врачебной помощи. Все это помогает пациенту в течение короткого времени пройти необходимые методы обследования, получить консультацию специалиста и необходимый план лечения. Медицинский центр «Жемчужина Стамед» оснащен собственным дневным стационаром. При наличии показаний пациент получит необходимую медицинскую помощь, не покидая здания клиники. Каждый пациент медицинского центра имеет возможность завести свой личный электронный кабинет клиента. Это дистанционное использование электронной медицинской карты пациента в закрытом доступе с возможностью просмотра в любой точке мира при обязательном условии наличия интернета. С помощью личного кабинета осуществляется обмен информацией пациента и его лечащего врача посредством интернет-ресурса. Пользователь личного кабинета может получить медицинские заключения, результаты инструментальных и лабораторных исследований, назначения, заказать рецептурный бланк на выдачу бесплатных лекарств. Для мониторинга работы клиники организована служба поддержки пациентов. Существуют телефоны доверия и раздел корпоративного сайта, где любой желающий может задать интересующий его вопрос или оставить отзыв. Медицинский центр «Жемчужина Стамед» – это лучшее сочетание высококлассного сервиса и инновационных медицинских технологий.